Сковорода Циркулон, Симметрия коллекция. Сейчас я покажу. Вот у него такая коробка огромная, большая, красивая, подарочная. Хочу показать на примере этого сотейника, насколько хороша эта посуда. Во-первых, она тяжелая. То есть ты ее одной рукой, мне вот ее очень трудно поднимать. Но при этом у нее не очень толстые стенки. Вот кто-то цепляется иногда, что вот стенки должны быть толстые, чтобы эта посуда была тяжелая. Вот смотрите, толщина не очень большая, но при этом сотейник просто неподъемный. Очень такой мощный. Это за счет того, что это литой алюминий. Здесь такой плотный материал. Сковорода равномерно прогревается. То есть нет такого, что в одном месте пригорело, в другом не дожарилась. Равномерно прогревается, быстро прогревается. И можно ее, допустим, такой выключать пораньше плиту, да, и она будет доготавливать блюдо. Его можно поставить в духовку, этот сотейник, но до 180 градусов. Следить за этим, потому что здесь такая ручка, она из материала, который может пострадать. Ручка здесь вообще такая удобная, ты ее берешь, она не, ну, в общем, противоскользящая. На крышке тоже самое, такая тоже крышка удобная. Антипригарное покрытие, это как бы гордость Циркулон, потому что они занимаются антипригарным покрытием уже несколько десятков лет, и они разработали вот это покрытие, которое устойчиво к царапинам, устойчиво ко всяким разным, ну, в общем, к сколам и так далее. И она, и на это покрытие, вообще на посуду, они дают пожизненную гарантию. То есть они об этом пишут в гарантии, у них есть гарантийный талон даже. И но при условии, что вы будете пользоваться правильно посудой. Здесь есть также инструкция, как нужно правильно за посудой ухаживать. Так, на это сейчас дно покажу. Дно вот такое у нее красивое. На нем, значит, написано, что можно мыть посудомоечной, индукционное дно, и что это литой алюминий с антипригарным покрытием. В общем, сделано очень качественно. Ты когда ее просто берешь вживую, да, ты сразу понимаешь, что это премиум. Ручки тоже хорошо прям пробиты, сделаны очень хорошо, но они при этом плоские, такие болты, их очень мыть будет несложно. Ну и на крышке то же самое, такие плоские бортики.